Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Skip888. Сегодня мы смотрим на Trial Fusion, игру от Ubisoft. И я должен сказать, игра мне понравилась. Хоть это и бета, но уже виден ее большой довольно-таки потенциал. Игра хоть и обладает довольно нехитрой механикой, которая всем известна по играм серии Trial, для таких платформ как Android и iOS, только здесь версии для ПК прикрутили все, что могли к ней. Это довольно-таки неплохую графику, красивую, с максимумом разрушений, то есть полностью интерактивные у нас сюрреалистически выполненные трассы, очень красивые, яркие, сочные. Когда вы катитесь по этой трассе, там происходит много всяческих событий, но мы это еще посмотрим. Также у нас есть гонки, мотоциклы, максимально приближенные к реалистичным. Есть персонаж, которого можно тоже менять, то есть внешний вид. Так, давайте начинать смотреть все потихонечку. Так, ну это большинство из этих опций сейчас недоступно. Так, доп. Материалах у нас бла-бла-бла. Следите, все такое. Ну, в общем, как я сказал, это бета, поэтому не будем внедряться в нее. Ну и, кстати, чуть не забыл упомянуть про редактор. У нас тут жирно сразу гонка редактор. То есть помимо того, что вы можете гонять по трассам, сделанными разработчиками, со временем появится масса, я думаю, хороших трасс, которые сделают простые пользователи, такие как я или вы, и на них тоже будет круто погоняться и посоревноваться между собой. А так как здесь перекрутили онлайн, то все лучшие результаты видны, кто и с какой там стороны их занял, я так думаю, будет все это видно. И вы сможете таким образом соревноваться не только с друзьями, но и игроками всего мира. И это здорово. Также отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение, которое выше всяких похвал. Я просто балдею от этой музыки, честно скажу. Просто уже вот сейчас с заставки она просто офигенная. Давайте смотреть. То есть у нас присутствует гараж. Я думаю, тут будет всего куда как больше. Ну, на данный момент у нас есть мотоциклы, которые пока что вот он наш. И остальные они закрыты. Тут надо выполнить определенные действия, чтобы они разблокировались. Я думаю, мотоциклов будет больше гораздо. Тут у нас списки лидеров, статистика и все прочее. Команда, которая недоступна в бета-версии. Так, мотоциклист. Собственно, можем изменять внешний вид мотоциклиста. В данный случай это у меня киборг. Тут есть бравый герой, чужак, боец, какие-то еще. Белка, хмурый клоун. Viewplay мы можем получить. Окей, окей. Ладно. Эти заблокированы, надо 10 уровень вкачать. А бравый герой. По направлению к свету. Надо что-то, видать, выполнить еще. Боец. Того же уровень достигнуть. Так, мой киборг. Может быть еще круче выглядеть, но надо опять же достигнуть уровня. Окей. Во всяком случае есть кастомизация, и это круто. Давайте вернемся к карьере. Так, я поиграл не особо много. Выполнил на золото турбины ужаса и почему-то на серебро станцию очистки. Давайте попробуем перевыполнить на золото. И потом посмотрим еще на обсерваторию. То есть, ну, дизайн, как вы видите, вполне неплох. В принципе, все интуитивно понятно. Как я говорил, управление, оно тоже тут, в принципе, долго ему учить особо не нужно. Кто играл в игры подобного плана, они, конечно, знают. Там, в принципе, ничего сложного. Газ, тормоз, наклониться вперед-назад. И давайте поехали. Начнем с сальто. Так, отлично. Уху! Круто начал. С падением. Это здесь тоже есть. И давайте еще раз. Оп. Так, наклониться. Жесть. Ну, во всяком случае, это красиво. Нет, я хочу на начале сделать вот такое красивое сальто. Окей. Удалось. Еще одно. Так. Не перевешиваем. Вот, как видите, трасса разрушается. Тут что-то происходит. Вода бежит. Нам надо успеть проехать, пока нас не затопило.
Уху-ху. Так, ой, я воткнулся. Жесть. А, нет! Чёрт. Так, ладно, заново. И начнем опять с красивого. Опа, сальто. Отлично, поехали дальше. Так, тут... О, это самолет был. Уху. На трассе очень много объектов разных прорисовано, как можете заметить, что тоже очень радует. Йоу, оху. Так, о, эта вещь падает. Так, супер, сейчас... Воу! Я просто воткнулся. Ладно. Ига, поехали. Так, стоп, аккуратно. Разгоняемся. Йоп. Жесть. Ладно. Я вроде играл в этот раз, я с первого раза ее прошел. Но я не пытался выпендриться таким образом. Жесть, ха-ха-ха. Так, ладно, соберись, соберись. Так, гуру переднего колеса. Тут еще на переднем колесе можно проехаться. Там вот у нас есть небольшие заданицы, выполняя которые мы можем, видать, золото получить или еще какие-то бонусные очки. Не знаю. Так. Оп. Чисто идем. Вот это вот место меня не очень радует. Нет. Опять. Ладно. Начнем опять с сальто. И опять убьемся. Ладно. Я хочу просто золотую. Если чистенько проехать, то дают серебро. В этом я уже убедился. Воу. Да, и хоть, как я сказал, механика вроде бы несложная, но мотоцикл ведет себя порой непредсказуемо. Любая кочечка может сказаться. Оу, воу, воу, воу. О, нет. Давай, 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 да. Почти. Я хочу сделать... Я, по-моему, в прошлый раз, когда проходил, сделал одно сальто. И, быть может, этого было недостаточно. Попробую сделать еще одно сальто. Потому что за трюги, как я понимаю, здесь тоже дают очки. Но надо аккуратно с этим всем быть. Так. Нет! А! О, почти. Ладно. Так, пробуем хотя бы просто доехать. Хотя, кого я обманываю? Давайте. Вау, жесть. Ладно, просто. Не буду стараться выпендриться уж. Ладно. Не будем тут трюки воротить. Пробуем просто доехать до конца трассы. Так. Окей. Это мы преодолели. Так, это был чекпоинт, кстати, зелененький. Опять чекпоинт. Окей. Вот так. Тут лужа, помню. Я в ней утоп. Ладно, давайте с чекпоинта начнем. Как, кстати, это сделать? Это контрольные точки. Это не чекпоинт. Там в обучение на английском, игра вся на английском, поэтому я не очень понял, что это. Ну, теперь понимаю вроде как. Окей, идем. Разболтал себя. Что зря сделал, конечно. Видите, кстати, лучи солнца тоже прикольно так играют. В целом, надо отдать должное геймдизайнерам, что... Даже вот по этой карте видно, что к трассам довольно конкретно подошли. И эффект налицо. Трассы очень хороши. Даже вот в те, что я поиграл, мне уже сильно нравятся. Только не нравятся мои кривые руки. Окей. Еще раз. Давайте аккуратненько. Уху! Окей. Тохоу! Да. Так. Я смогу. Мне так кажется, я смогу. Так, давайте. Оп. Да, так даже проще.
Так, раскачал. Едем дальше. Все, конец. И я получил ту же медальку. Так, полный вперед. Какой-то достиженница. И смотрим результаты. Или я золото все-таки получил. Уху, не зря страдали. Все-таки золото. И третий уровень. Круто. Круто. Так, продолжаем. Музыка, как я уже говорил, приятная, в принципе. Обсерватория. Давайте обсерваторию попробуем. Этот раз я пробую в первый раз. Если я лажал так на этой трассе, то будет представить, что будет на этой. Ну, попробуем. Попытка не пытка, вроде как. Хочется показать вам еще одну трассу. Так, ночь. Уже страшно. Так, какие-то сальто просят сделать. Так, ладно, хотя бы не убиться. Вот моя цель номер один. Нет! Так, окей. И сразу тогда сальто. Давайте по хардкору. Окей, еще сальто, опа. Так. Воу! О, переднее сальто. Представим, что я это специально сделал. А не она сама! Так, почти заехал. Прикольно. Так, еще раз. Уху-ху! Начинаем с бешеного сальто. И еще одно. Так, что-то тут взорвалось. Так, оп-оп-оп. Отлично. Тут надо было перевеситься вперед. Супер. И еще разок. Оп. Так, жесть. Так. Там какой-то самолет взлетает на заднем плане. Так, упал не он ли? Вроде нет. Так, окей. Окей. Тут распределять вес, конечно, надо уметь правильно. У меня пока это не совсем получается. Мягко скажем. Оп. Поднялись. Воу, воу. Я вообще не вижу, что происходит. Воу. Да. Как-то быстро платформа нас вздернула, что я даже не успел среагировать, в какую сторону ехать, и растерялся, запаниковал и погиб на трассе. Так. Я вроде более-менее уверенно начинаю ехать. Так. Так. Сказал я. Ну, все-таки забрался. Окей, супер. Так. Оу, сальто, конечно. А то как без него? Так, здесь не будем сальто делать. Едем просто. Так, чуть не врезался. Фу. Новинка. Разблокировано новое событие. Арктика. Круто. А персонаж выпал и покричал. И еще на золото. Фу, я хоть как-то, надеюсь, реабилитировался. И смог сделать золото. И четвертый уровень. Хорошо. Так, давайте глянем, что за Арктика, раз она разблокировалась. Вот, Арктика. Окей, ну тогда посмотрим немножко Арктику. Второй курс подготовки. Супер. Давайте его. Второй курс. Смотрим, что нам на втором курсе. Там, по-моему, за второй курс подготовки что-то, какой-то мотоцикл должны дать. Что-то такое, насколько я помню. Марш. Наклониться, начать. Окей. Так, говорит, что надо вот так сделать, но это мы и так знаем. Так, сказал я и убился нафиг. Окей. Welcome, welcome. Так, хорошо.
он нам показывает, что нужно сделать. Едем вперед, наклоняемся. Я просто убился. Нет, нет, я должен подняться. И вперед. Давай, игра, мы тебя осилим. Да, как нефиг делать. Воу, воу. Это какой-то жесткий трюк. Чуть-чуть колесо приподнять. Воу, да, это не так, чтобы очень просто. Бэкфлип. Развернуться. Ой-ой. Ой, почти. Так, нафиг я трассу. А, вот, к предыдущему контрольному пункту есть клавиша. Это контрольные пункты все-таки, да? Черт. Сейчас. Сейчас мы сможем это все-таки пройти, я так думаю. Оп. Окей. Бэкфлип сделать. Угу. Хорошо. Что дальше? Едем вперед, раз ничего не говорят. Так, ага. Что бы это значило? Просто вот так вот подняться, что ли? Ну, это пару пустяков. Так, вот. Мотоцикл открыли. Все, понятно. Вторая лицензия гонщика. Давайте, раз такая пьянка, зайдем в гараж, возьмем новый мотоцикл и посмотрим на арктическую какую-то эту, по всей видимости, трассу. Так, красный, чем-то лучше вообще. Можем посмотреть, покрутить. Там наш вон он, мотоциклист. Цвет, давайте поменяем ему. Колеса. Так, мы можем... А, это, в принципе, не так важно. Пускай так. Обтекатели. Так, обтекатели. Давай зеленый мотоцикл будешь у нас. Хорошо. Назад, назад. Детали корпуса. Так, у нас тут все позакрыто. Хорошо. Нет, так нет. Диски можем, нет, поменять. Да, есть вариант. Вот эти диски. Да, они как-то вроде покруче выглядят. Их ставим. Окей. Навели марафет. И... берем его. Так, это у нас статистичка вылезла. Как тебя взять? Я тебя уже взял, нет? Так, не-не-не. Так, куда-то пытался я подключиться внезапно. Ладно, выходим. Так, мотоциклист у нас никак не меняется. Ладно, нет, так нет. Пойдемте к гонке. Арктика. Вставай на лыжи. Так. А, вот я теперь могу выбрать мотоцикл. Рот и багги. Стальной кон на все случаи жизни. Сможет иногда доставить вас с точки... А в точку Б, ну это успокаивает. Надежный универсал, оснащенный двигателем, который по силе не уступает мамонту. Вот его, я думаю, и выберу. Это как-то понадежнее звучит. Воу. Воу. Я красавчик.
Просто выпал. Так, это жестоко. Так. О, вот и к чекпоинтам возвращаемся. Все-таки это чекпоинты, я правильно понял в обучении. Воху! Так, а, не долетел. Оп, стоп, стоп, стоп. О, мог проехать снизу. Забавно. Так, тоже авария. Так. Летим, летим. На восток. А, через север сделав круг. Поеслись. Блин. Так, я даже выжил. Почти. Так, сразу готов. Так, надо было вперед перевеситься. Все понятно. Так. Ну, не супер-пупер прошел трассу. Ну, ладно. Пока ставим так. Две ошибки. И на совсем-совсем бронзу. Да, чекпоинта можно, конечно, возвращаться, но заново, но как-то по хардкору. Так, шаг по направлению к свету. Недоступен в бета-версии. Это он нам нужен был для какой-то одежды. Хорошо, ладно. Думаю, этого достаточно. Я уже показал все, что на данный момент есть в бета-версии. И, как по мне, игра прикольная. По крайней мере, она хорошо оформлена, хорошо выглядит, музыка хорошая, интерактивные сюрреалистические трассы. Все это круто, здорово, когда еще будет возможность соревноваться между друг другом, с игроками со всего мира. Это будет вообще клево и здорово. И я думаю, у этой игры есть будущее, будут свои поклонники. И из откровенных минусов это, конечно, только простота управления. То есть, по сути, у нас тут пару клавиш задействуем, и все. Ну, а так, приятно, весело. Весело смотреть, весело играть. Все выглядит здорово, оформлено. Ну, как бы Ubisoft, это, насколько я знаю, японский, что ли, офис делает. Ребята умеют сюрреалистически все это оформлять, то есть, в стиле будущего. Хорошо. Думаю, на этом все. Я показал, рассказал все, что думал, все, что знаю об этой игре. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, если вам это видео понравилось или оказалось вдруг полезным. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего и пока-пока!